В начале круглого стола участники Международного инвестиционного форума просмотрели видеоролик о достижениях Сочи как олимпийской столицы. Созданная инфраструктура, изменения в социальных сферах, отраслях здравоохранения, образования, культуры и спортивной составляющей позволили выйти курорту на мировой уровень. Интерес к спортивным объектам, оставшимся в качестве главного наследия, тому подтверждение. Сегодня практически все объекты уже обрели спортивные объекты, за исключением трамплинов, которые находятся в процессе передачи своих постолимпийских владельцев. На всех объектах организована работа. Уже была в презентации информация, что начал работать российский спортивный детский оздоровительный центр с июля месяца, и уже представители дети более чем 20 регионов побывали в этом центре. Организована новая команда континентальной хоккейной лиги, и будет жить, использоваться по профилю Ледовый дворец Большой. Кстати, сегодня мы подпишем с коллегами, президентами Федерации, Краснодарским краем ряд соглашений о проведении в ближайшее время крупнейших спортивных соревнований в Сочи. В октябре на курорте пройдут первые в истории России королевские гонки. В декабре Большой Ледовый дворец примет одно из важнейших событий в спортивном календаре – Кубок Первого канала, а также несколько чемпионатов по кёрлингу. В мае 2015-го город ждет этап мировой серии по авиагонкам, а в 2016-м – горнолыжный чемпионат. И следующий проект, там очень важный для нас, является хоровые игры 2016 года. Это 75 тысяч только участников. И мы уже готовимся к этим играм, и я думаю, что это еще один такой серьезный проект. То есть сегодня город Сочи, имея великолепную инфраструктуру, хорошую логистику, имеет огромные возможности для проведения международных массовых событий. И эти события, они наполняют город.